Всем привет! Мы сегодня с детьми выбираемся в замечательный музей, который находится в Кадриорге, Миа Меломанта. Этот музей назван именем девочки Миа Меломанта. Ей и другим деткам, таким же любознательным и достаточно любопытным, невероятно повезло, что в нашем небольшом городе есть место, в котором им никогда не бывает скучно. Ну вот мы добрались до парка Кадриорг. Он за моей спиной. Сейчас я его более подробно покажу. И мы теперь держим путь к музею Миа Меломанта. Мы пришли в музей Миа Меломанта. Так, и вот мы заходим в музей. После того, как мы избавились от уличной одежды и обуви и оплатили билет, мы погрузились в удивительный, интерактивный, старинно-современный музей, в котором детям не только не запрещается трогать все руками, но даже рекомендуется и всячески поощряется. Если бы я в детстве увидела вот такие кукольные домики, меня бы из этого музея не вытащили. Не могла поверить, что все эти предметы не приклеенные, и что с любыми элементами этого миниатюрного ателье можно свободно играть. В музее очень много разных укромных, уютных местечек, в которых дети могут спрятаться или играть там и строить свои собственные миры. Причем порой там прячутся не только дети, но и взрослые, которые еще не забыли, что это значит быть ребенком. Самостоятельность детей поддерживается вот такими вот короткими заданиями, которые здесь можно встретить на каждом шагу. А эта шкатулочка нравится без сомнения всем деткам, особенно девочкам, конечно. С
сокровища дамские. После того, как примеришь эти украшения, можно выбрать подходящую сумочку, шляпку и сфотографироваться на фоне Кадриорского парка. Это комната для работы с бумагой. Что мне здесь очень нравится, помимо того, что, конечно, здесь детям предложена бумага, карандаши, различные игры в коробочках с правилами, уже очень много шаблонов для работы с бумагой. Мне безумно нравятся надписи. Дети же очень любопытные. И посмотрите, вот специально написано для них: загляни в шкафчик, чтобы детишки чувствовали себя смелее. А тут для них заготовлены уже какие-то игры. Вот все эти поделки, которые здесь оставлены, они оставлены детьми. На самом деле, эти мастерские настолько грамотно сделаны, они настолько побуждают к действию, что не только ребенок здесь начинает действовать и что-то мастерить, но и даже сам взрослый. Вот, например, мы здесь сели с детьми, взяли шаблоны, которые предоставлены работниками музея, и смастерили уже вот такую вот божью коровку и вот такую симпатичную лисичку. А теперь мы еще взяли маленькие квадратики и попробуем сделать зайчика. А это игрушка, которая называется «Лестница Якова», или у нее есть еще другое название – «Китайские бусики». Мы сейчас покажем, как она работает. Каждая деталь в этом музее создана с учетом познавательной, любознательной, активной и исследовательской природы ребенка. А сейчас я хотела бы продемонстрировать одну мусорку. Да не простую, а говорящую. Выкидываем мусор. Закрываем. Так, мы провели в музее несколько часов. И дети не очень-то хотели уходить, потому что здесь интересно. Для них и увлекательно, но просто-напросто музей уже закрывается. А рядом с музеем располагается большая детская площадка. Так, наше посещение музея Миами Ламанда подошло к концу. Девочки, вам понравилось? Да! Отлично, им понравилось. Так, а мы идем домой отдыхать. И до новых встреч! Счастливо!